Дональд Трамп обещает депортировать тысячи нелегалов, совершивших преступления на территории США. Более того, чтобы положить конец их потоку, миллиардер собирается построить большую стену на границе с Мексикой, а также запретить нелегальным мигрантам доступ к пособиям и социальным выплатам. После моего избрания я намерен издать указ о депортации тысяч нелегальных мигрантов, совершивших преступления на территории США. Если мы не введем жесткий контроль за сроками пребывания в стране, это будет все равно, что открыть границы для всех желающих. При этом ранее Трамп заявил, что не исключает изменения своей жесткой позиции по отношению к мигрантам и даже может рассмотреть возможность смягчения существующих законов о депортации. Однако после того, как республиканец смягчил тон своей риторики в отношении мигрантов, противники миллиардера сразу же поспешили обвинить его в лицемерии и непоследовательности взглядов.